Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, подписчики, как всегда, отличное настроение. Серега, поздоровайся. Всем привет. С шестой ночи. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Во, наконец-то. Серега, ты ж помнишь эту карту? Само собой, я здесь тебя пугал неоднократно. Да? А только здесь нельзя аниматрониками пугать, здесь именно заскриптовано в карте, в 2 тут F3 не работает. Нет, тут можно пугать аниматрониками, есть для этого комната. Я вспомнил, да, есть. Кстати, мы в следующей серии, если ребята поставят лайк и подпишут какой-то нам комментарий, ну если вы хотите, то Серега в следующей серии будет меня пугать. Там реально можно тоже троллить. Тебе ж видно, да, будет? Так, подожди, это конченый звук. Надо было нажать здесь кнопку, я вспомнил. Так, ну что? А время уже идет? Или не идет? О, Димас, смотри! Так, чё? Уже? Да. А чё так быстро? Эй, you can't. Сам ты you can't. Настроение классно у нас. Ну ты позвони. А, Golden Freddy пришел, убегайте. Хорошо, что я вышел из... Я ж не помню, может надо только мне выживать одному? Ой, покидаем комнату, ребята. Лучше покиньте комнату. А, опять. А как ты узнал? Музыка же играет. Да? Я не слышал ее. Я стоп-сон прописал еще давно, она тебе работает у меня постоянно. А! Вот теперь мы точно все мертвы. Не, Серега, вроде ночь будет продолжаться. А, нет, музыка начала играть. Давайте подождем, подождите. Давайте подождем, подожди. Гениальный человек. Так, Бонька стоит. Я не знаю, он стоял до этого или нет там. А, бежит! Я нажимаю! Я успел! Нажимай! Манго! Офигеть! Нет, мы играем, ребята, дальше. Блин, теперь можно проигрывать. Да, я вспомнил, Серега, мы проигрывали и дальше играли здесь. Или нет? Я не помню. Да, да. Да, так было. Я вас здесь пугал с подписчиками. Но следующую серию мы уже знаем, что будем записывать. Тем более у тебя классно получается. Давайте отсюда посмотрим. А, да, тут забаганная камера. Ой, комната. Блин. Фредди стоит. Я вижу его, я вижу. Так, нормально. Надо камеру, блин, на Фокси переключить. Да, за ним надо наблюдать. Кстати, его не было слышно. Стойте, кто пришло? Фух, Фредди выглядывал из-за угла. Той Фредди. Ушел. Я не понимаю, почему Бонька всегда стоит здесь и смотрит на нас? Он что, палит? А здесь у нас, смотри, снова Фредика стоит. Блин, классно обновить. Ну это шестая ночь, и мне кажется, для шестой ночи слабо. Не? Не. Пойдет, понял. Мы сдохли уже 10-й раз. А, в принципе. Ну да, согласен. Мы что, умерли уже? Может, они уже все перестали к нам ходить? Да нет. Какие-то. У тебя тоже скример появляется? Ого, что я сальтухи закрутил? Нет, Димас. Да что я умер так резко? Так, ладно, я Фредди за жопу укусил. А. Так, то Чика, Бонька, они стоят, они Димас нас окружают. Мы пройдем по-любому, да? Должны. Так, там Чика стоит, свой тортик несет. Кексик. Не убивает? А если подойти до Боньки, убьет? Да. Понял. Все сходится, так и должно быть. А что ты этот скин постоянно берешь смешно? Тебе нравится? Да. Голова-жоп. Голова-ног. Колобака, ой, я вспомнил, да, мы так на него называли. Так, Чика стоит. Тут намешаны со всех частей. И Фокси, и той Чика. Из первой, со второй части. Тю, блин, хотел сказать, тут Балди пришел, он возле окна стоит. Есть! Пока. Почему приходит? Приходят, чтоб нас за жопу укусить. А у тебя камера не ниже, как обычно, да? Нормально. Просто у тебя получается монтировка над головой. Это очень странно. Ого, мужик. Я не понял, Фредди просто стоит. Всегда. Так, так, так. Нету. Оп, у тебя есть это скример? Был? Да.
Мне кажется, сейчас Фокси побежит. Или просто стоять. Чё, я за камерой наблюдаю, он стоит пока что. Понял. Может, мы уже проиграли, они не нападают? Нет, вон. Фредика. Двигается, да? По карте. Да, вот на камере даже видно. Я немножко пробегу. Ого! А чё я такую сальтуху прописал красивую? Ой, ой. Так, здесь не пройти. Давай здесь попробую пройти, пацаны. На вас вся надежда. You can't. Ты не сможешь. Да дай пройти, голова жоп. Так, так, так. О, музычка здесь играет. Здесь стоит балунбой. Подождите, мне показалось, там кто-то был. Тут еще марионетка. Кстати, крышка уже открыта. Да. Ушла. Мангал ушла. Вот она здесь к нам пришла. И Фредика. Стоит, стоит. Опа, и балунбой. Балунбой еще здесь с нами. Это ты нажимаешь или нет? Нет. О, прикольно, он уже здесь стоит. А чё они не уходят? Они фиолетовый Фредди. И это... Ах ты, блин, так больно. Чё ж так откидываются все силы-то, а? Блин, Димас, тут у нас... Димас, у нас тут проблема, тут у нас это балунбой не уходит. Он сейчас уйдет, надо подождать. О, ушел. Он ручной, я его знаю. Местный абориген. Фокси стоит, не рыпается. Так, прикольно мод обновили. Да, уже есть добавления, какие-то такие интересные анимации сделаны. То они просто как статуи были, теперь они прям... Фредди! Ой. Так, Серега, что-то очень тихо здесь. Вот тут они стоят, заходи. Ой, вместе с дверью пришли. Вот здесь вот разобранный Фредди не надо? А, ай, блин. Закройте дверь! Закройте дверь! Я пойду посмотрю, что там с пацанами. Серега, иди сюда, не ссы. Там жопа Фредди, не надо тебе? Я пацанов защищал. Вот, жопа Фредди лежит. Сейчас по жопе ему дам. Голова, туловище. Прошли! Нет, не прошли. Прошли. А чё мне ничего не светится? 6 часов! Чё, а чё, разве должно? Давайте подождем, посмотрим, будет у нас сейчас 7-я ночь? Наверное, будет. Night 7! Надо просто ждать, скрипты срабатывают долго. Минуту, наверное, ровно, да, ждать надо? Да. Так, ну чё, ребята? Night 7, надеюсь, мы пройдем. Так. Хорошо, погнали. Мне кажется, сейчас будет жестко нападать. Ого! Да как, вдвоем сразу? Прям как я. Психи какие-то, да. Балунбой пришел. Нифига себе, 7-я ночь сразу повеселее. Прям поярче будет. А мы тут бегаем и гуляем с пацанами. Ой. Как-то так. Чпонькс. Так, здесь у нас чисто. Фокси стоит. Так, почему пройти не могу? Так, я пойду на Фокси посмотрю. Так, 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 стоит. Почему-то не бежит он. А ну, давайте попробую со спины подойти. Нет. Убивает. Все равно. You can't. Прям куча скримеров в секунду. Давайте. Убейте новых охранников. Давай, Фокси, испорть настроение. Так, опять стоит. Я скажу, когда Фокси будет бежать. Во! Уже все попросыпались. Да как на расстоянии? А кто там сальдухи прописывает? Тебя убили, Серега? Да, я валяюсь, открой дверь. Увидишь мой труп. А чего ты умер-то? А, Фредди стоит, я понял. Куда ты пошел, Дебас? Я пошел посмотреть в шкатулку, марионетка тут сидит. Я не могу провалиться в нее сюда. Кстати, она не убивает. И этот не убивает. Они отключены же, типа, на подзарядке пока что. Ну, вот эти вот стоят и мочат. Так, то и Фредди проснулся с микрофоном. Да, блин, 1000 метров у тебя проходил, говно. Бывает такое в жизни огорчение. Пришло. До свидания.
комнату покинь, Димас! Выбегаю! Быстрее. Есть! Голден там, Фредди. Да? Не вижу его. Ушел. Музыка прекратила, что не слышал? Да блин, у меня музыки нету, может я какие-то саунды не сказать. Ах ты жоп! Мы все умерли! Да, эта ночь посложнее будет. Хотя мы в той ночи быстрее умерли, чем в этой. Еще хорошо держались, но мы разыгрались. Оно же вначале сначала не понимаешь, как все работает. Потом уже думаешь, да не, так я не проиграю. О, да тут куча комнат. Тут можно и прятки запилить. На улице гром идет такой прикольный. А, это все в точь-точь пиццерия, как с улицы, только улицы нет. А так иденти. Ах ты жлобиха, чика. Кто там? Я. О, прикольно сидишь. Все, присесть. Нормалая пойдет. Чего она стоит? Так, заходи, мужик. Бонни постоянно стоит. Непонятно почему. И не уходит. А, не, вроде было такое, что уходил. Опа, переместился. К дверям. Да, закрывайте. Ого, да что я, что я пугаюсь так, а? Откидывает меня. Так, 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 да что это мне залетел? Ох ты, да что ж я... Ты тоже, да, так умираешь? Да блин, я не ожидал. Мгновенная смерть. Надо выходить сразу налево, резко поворачивать. А чё ж вы все дохнете так? Да вот то что. Так, все сидят. Я сел на марионетку. Ах ты ж лоб. Выходи. Нет, не убьёт. А чё, выходи. То не убьет тебя так. Я живой. Да я ж видишь, по-лоховски побежал сразу к нему, меня замочил. Как-то сильно легко. Ой. Так, гитару мне дает. Давай. Новую гитару мне. Да что так много тысяч раз? Я бой завалил, Димас. Меня с двух сторон они откидывали. А что, балунбу убивает? А, зачем вы открыли? А, да? Это я, Серега. Да я хотел подойти, чтобы он меня убил, а он не убивает меня. Да не бойтесь, мы не умрем. Или умрем? Умрем. Не, он сейчас уйдет, он же не будет долго стоять. Я вас заберу с собой. Нет. Да. Нет. Нас никто не заберет с собой. Так, сейчас. Ого, у меня даже анимации нету. Ого. Мы как всегда в своем репертуаре. Никита, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.